Who's the bad man? И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. Сегодня хочу вам рассказать, как решить проблему с Play Market. То есть, если он у вас перестал работать по каким-либо причинам, данный метод, может быть, вам поможет. Собственно, что нужно нам для этого? Для этого нам нужно зайти в настройки, стандартные настройки нашего телефона. Далее перейти во вкладку приложения. Здесь нам нужно выбрать все наши приложения, то есть вверху пунктик «Все». Далее ищем наш Play Market в установленных приложениях. Так. Открываем наш Google Play Market. Здесь далее нам нужно нажать кнопочку «Остановить». Я, ребят, делать этого не буду, так как у меня пока все работает хорошо. И сбивать и настраивать полностью Play Market мне неохота. Собственно, давайте просто объясню, покажу, как делается. Жмете кнопку вот эту «Остановить». Далее жмете «Стереть данные». Далее «Очистить кэш». После этого выходим отсюда. Но хочу сразу предупредить, у вас пропадет аккаунт, то есть в аккаунт нужно будет зайти заново. Если вы забыли по какой-либо причине ваш пароль, вспомните его сначала до этого или восстановите, а потом производите вот эти все действия. То есть здесь жмем еще раз «Остановить», далее «Стереть данные», далее «Очистить кэш». Выходим и переходим вот в этот файл Google Service Framework и производим те же действия, то есть «Остановить», потом «Стереть данные», и если кэш есть у вас, жмете «Очистить кэш». После этого перезагружаете телефон и пробуйте зайти в Play Market. Если все хорошо, радуемся и пользуемся, а если нет, пробуем еще вот следующее действие, то есть попробуем откатить программу до предыдущей версии. Жмем «Удалить обновление». После этого заново перезагружаем телефон и пробуем снова зайти в Play Market. В принципе, Play Market должен заработать. Если данный способ не помог, поищите на моем канале, там есть еще другой способ, если с помощью данного у вас не получилось. Все, ребят, всем спасибо за то, что посмотрели данное видео. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем до новых встреч!